available for rent today. Чего выпьешь? Горячего, холодного, кофейку с градусом? Сколько? Нет сил. Решение есть. Попробуйте все 16 новых... С градусом. Давай калаверу. Всем слушать сюда. Это ограбление. Ты, деловой возле стойки. Да, вот ты! Ебало завали, а ручонки вверх, чтобы я их видел. Остальным сидеть не моргать, а то у меня нервы слабые. Палец на спуске чуть что трясется, могу и шмальнуть ненароком. Все поняли? Кошельки на стол! Быстро и молча, тогда все живы останутся! Думаете, тут у кого-то есть деньги? Отпустите людей. С них брать нечего. Я сказал быстро и молча. Ты глухой или тормозной просто? Подай пример остальным, доставай кошелек. Медленно! Что-то ты сам себе противоречишь. Как я полезу в карман с поднятыми руками? Тут уж либо руки, либо деньги, ты определись. Нельзя все сразу. Думаю, что тупые шутки тебе сейчас помогут. Не в курсе, что шутникам вроде тебя всегда первая пуля? Доставай эти, быстро! И каким чудом ты еще жив? Опять ты сволочь! Так и не научился выбирать себе соперника по силам. Видал я ребят вроде тебя. Все мертвы. Не поняли вовремя, кто перед ними. Блефуешь? Я на твой трёп не куплю. Я танцевал с Мальстрёмом и Арасакой. Думаешь, у тебя есть шансы? Ты сдохнешь быстрее, чем спустишь курок. Обещаю. Валим отсюда нахуй! Столько лет никаких проблем. Вот где шестая улица, когда они так нужны? Повезло нам, что ты тут оказался. Заказывай, что хочешь. За счет фирмы. Хочу выпить. Чего выпьешь? Горячего, холодного, кофейку с градусом? Ah!
есть задание. У моего клиента сперли до хрена бета-кислоты. Не спрашивай, что такое бета-кислота, я в душе не ем. Но стоит она как самолет, и наш клиент хочет ее вернуть. Собственно, ты ему в этом и поможешь. Вся инфа прилагается. Будьте добры. Ой, простите, задумалась. Добро пожаловать в Дьютроп, и здесь каждый день начинается с улыбки. Хорошо у вас тут. Тихо, спокойно. Нравится? Это все ребята 6-й улицы. Им спасибо. Если кто к нашим гостям полезет, они всегда выручат. Ой, вы же не из полиции, правда? Я по другую сторону. Ой, фу. А то мне с копами разговаривать не положено. У меня назначена встреча с человеком по имени Букер Абдайк. И что? Ну, он сейчас здесь? А, не знаю. Я просто подружку замещаю. У нее сегодня операция. Есть свободные номера? Одну секунду, сейчас посмотрю. Так... Да, есть один на первом этаже. Будем брать? Берем. Окей. Комната номер 106. Только я вам должна зачитать правила. Дьютроп Инн не несет ответственности за ущерб здоровью и имуществу гостей. Мы оставляем за собой право попросить клиента на выход с применением силы. Чувствуйте себя как дома. Спасибо. И правда как дома. Здесь работаешь? Нет. Я здесь так, видами любуюсь. Я спросил вежливо. Могу спросить по-другому. Да ладно тебе, ладно. Чё ты как этот, ну... Работаю. И сантехник, и электрик. И все подряд. Я ищу друга. Его зовут Букер Абдайк. Погоди, это такой... А, высокий белый мужик, да? Угрюмый такой, людей боится. Может, и угрюмый. Не знаю, давно не виделись. А что значит людей боится? Ну, в номере заперся и сидит. Не выходит никуда. Даже за кофе по утрам. Но ясное дело, клиент всегда прав. Хочет, чтобы его не трогали, пожалуйста. Без вопросов. Ясно. Ладно, пока. Я ищу друга. Его зовут Букер Абдайк. Погоди, это такой... Может, и угрюмый. Не знаю, давно не виделись. Ну, а что значит людей боится? Сидит. Но ясное дело, клип... Открой мне его комнату. Слышь, я ж тебе говорю, мы тут клиентов уважаем. Захочет, сам выйдет. Добро. Уважаете клиентов, говоришь? И почем ваше уважение? Столько хватит или добавить? Разве что чуть-чуть. Окей, а теперь открывай номер и побыстрее. Хорошо, идем. Только потише, ладно? Меня тут
помойка. Даже хуже, чем твоя халупа. Ага. Похоже, умер от удушья. Причем во сне. В этом городе мало кто умирает во сне. Повезло парню. Меня сейчас вырвет. Запах чуешь? Из вентиляции. Похоже, из комнаты наверху. Так-так, а это? Ну надо же, неоамфетамин. А ты типа в сортах дури разбираешься по запаху? Как полицейский пес? Ну нет, скорее как сомелье. Заглянем наверх. Есть у меня подозрение, что вся партия еще там, рядом с вентиляцией. I don't know.
Внимание вспомогательным группам полиции. У нас сообщение о преступной активности на Харгрив-стрит. Ориентировка на Дариуса Майлса, обвиняемого в убийстве. Он входит в банду «Шестая улица» и руководит группой, которая производит наркотики. Властями города назначено вознаграждение за устранение угрозы со стороны Майлса и его подельников. Ну что, с бета-кислотой все окей? Бодриссимо. Начисляю тебе бонусы за то, что выяснил все по Букеру. Не опускай планку, Ви. Заказ выполнен, твоя оплата скоро поступит. Серьезный заказ, и подойти к нему тоже надо будет серьезно. Тебе придется заскочить к 6-й улице и подгрузить вирус в их оборудование. Рассчитываю на тебя, дружище. А, чуть не забыл. У них есть техник Люциус Торн. Я бы не возражал, если бы он поймал случайную пулю, если ты понимаешь, о чем я. Подробности в письме. Я воевал.
Когда по... Я понял, приходит критическая ошибка. Ремонт восточной кольцевой дороги может начаться уже через месяц. На развитие главной транспортной артерии города выделят 20 миллионов евро-долларов. Особое внимание уделят ее эффективности и барьерам против кочевников. Пока это все местные новости к этому часу. После паузы вас ждет краткий обзор мировых событий. Всегда отлично, Ви. Я буду удивлен, если хоть кто-нибудь из шестых еще сунет свое еблище на мою территорию. И с Люциусом Дораном отлично вышло. Я очень доволен. Заказ закрывается. Thank you.